Все нормально, мы не любим новые специальные фоны. Как оно есть, так оно и есть. Чуть-чуть. Самое главное, что я поняла вот на данный момент, что когда подходишь к человеку, кладешь на него свои руки, самое главное не вторгаться туда с тем, с чем ты пришел, с тем, что у тебя есть. Ничего не навязывать. Потому что, когда некоторые кладут руки, у меня было ощущение, что как пришли в гости, открыли дверь. Не стуча, они спрашивают, где хозяева, так. И начиная свои там какие дела делать, даже если они пришли лечить. То есть, ну, я пришел, сейчас их вас тут вылечу, где вам больнее, дайте мне вас. Вот. Нет, нужно просто открывать аккуратненько дверь, постучаться, спросить, кто здесь вообще хозяин. Можно ли войти? То есть вот только на, когда тебе разрешат войти, начинает что-то делать. Вот ощущение вот в руках, нужно почувствовать, что тебе разрешили. Можно ли войти? И тогда вот когда-то пойдет такая вот отдача, почувствуешь, что ну дальше уж это свое, наверное, ощущение должны быть чувствовать. Как? Но ни в коем случае вот не навязывать, не давить ничем, потому что вот Надежда Леонидовна, она кладет руки, и я потом не чувствовала даже свое тело, то есть не чувствую костей. Она давит, давит со стороны, это достаточно мощное давление идет на тело. Я не чувствую, ну, другие кладут, я чувствую свое там, легкие, чувствую кости свои, там, ребра все ощущаю, идет какой-то негатив, потому что не надо меня давить, хочется так сказать, уберите руки. Нет, не чувствуется ни одной косточки, куда-то вглубь все уходит, мои молекулы вот, моего тела соединяются с молекулами ее рук, и происходит какое-то вот слияние, и что-то там чудеса какие-то происходят в этом вот во всем. И такие ощущения жара, волны такие тепла по телу вверх. У нас тоже уже. Такое, такое приятное ощущение, это было немножко совсем там минут 5, но вот я представляю, что если это больше будет, наверное, что рвано, то летаешь сюда. Ну, просто показывают просто как, да, а со стороны, вот как раз, ты сказал, что? Что вы тут давите, вы уходите, я говорю, да, я ухожу глубже и глубже от тела в кайфе. Я ничего не делала, вот, кто у нас тут почувствовал уже мои ручки тоже. Вон, девчонки там тоже обсуждают. Да, уже. А кушать всегда хочется. Почему? Потому что усиливается метаболизм, так освобождение происходит. Перестается, то начинает лучше работать, освобождается желудочек, освобождается от спастики внутренней. Естественно, активнее все происходит. И вот тут вот важно, что мы ничего не... Мы слушаем тело и ему только помогаем. А вот научиться слышать, помогать, в этом заключается самая большая сложность. Ты кого сейчас снимаешь там? А я вот, как кто у меня тут, не себя же. Димочка, я тебя сниму. Да, вот девчонки все сидят на перерыве, кто-то уже покушал. Да. А другая группа еще у нас только кушает.